В Беларуси повысили пенсионный возраст. С января выходить на заслуженный отдых граждане республики будут на 6 месяцев позже по сравнению с 2018 годом. Таким образом, теперь для мужчин пенсионный возраст составляет 61 год и 5 месяцев, для женщин 56 лет и 5 месяцев. Повысился пенсионный возраст и в Казахстане, но только для женщин. Теперь они будут выходить на заслуженный отдых в 59 лет. Ну а для мужчин пенсионный возраст увеличили ранее до 63 лет. По закону Казахстана, пенсионный возраст уравняют постепенно и для мужчин, и для женщин. И граждане станут уходить на пенсию в 63 года.